Привет, друзья! Буду очень рада видеть вас на своем эфире. Присоединяйтесь. Тема моего эфира, как обычно, вопрос-ответ. Вот. Я люблю начинать с тех тем, которые больше всего вас интересуют. У меня настроение прекрасное, все классно. В Турции, в Анталии, 4-й день или 5-й, уже льет дождь, холодно резко стало. Вот, но я обожаю такую погоду, очень классно себя чувствую, когда дождь. И у меня сейчас есть время до массажа, 40 минут с вами поболтать, потом побегу делать себе массаж. Взяла 10 сеансов. Блин, кайфую. Это так круто, когда тебе разминают все мышцы. Хотя бы раз в 3 месяца надо ходить. Чувствую тело себя великолепно. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, о чем-то хотите поболтать, на какую тему, не знаю, питание, отношения, деньги, проблемы с животными, ну, болеют, например, да, или какие-то у вас болячки у близких, потому что я что-то упустила тот момент, что я очень давно не выходила в эфир, и вот именно отвечать на такие вопросы, вот уже давно такого не было, и решила. Ой, я так счастлива, ребят, вообще, я прям не знаю, почему мне так классно. Я последнее время хожу, как бабочка, порхаю. Настроение вот просто. И мне хочется вас заразить. Вот. Так, ну не начинай с зависти, ёлки. Не поняла, Ольга, что ты имела в виду. Как сделать так, чтобы бывший не доставал? Ну, блин, заблокировать его везде. Что еще делать? Четко сказать свою позицию. Ну, тут... Других вопросов нет, ответов. Блокнуть и игнорировать, ну что тут еще поделаешь? Но если с точки физического мира, да, что он нам показывает, как в зеркале, можно разобрать эту ситуацию. Если мы творим свою реальность, как творцы, мы потомки творцов, у нас заложено в генах то, что мы можем ее творить, пока не отдаем волю и бразды правления кому-то другому, когда мы забираем себе волю и смотрим на мир с позиции того, что причина во мне, я ни в чем не виноват, никто ни в чем не виноват, просто причина во мне, я для чего-то себе хочу в этой реальности показать, что-то, да, и чему-то научиться, пройти какой-то опыт. Если вас бывший мужчина достает, значит, мы смотрим на него, как на зеркало, и спрашиваем себя, для чего я хочу, да, чтобы мой мужчина меня доставал. Это мое желание, есть какие-то выгоды, есть какие-то причины. Что ты при этом чувствуешь? Задавай себе вопрос и спрашивай, что я чувствую, когда он достает меня. Понятно, там может быть какую-то злость, может быть обиду, до конца там не отпустила или еще что-то. Вот. Но здесь есть еще какие-то выгоды, что ты хочешь чувствовать, какую-то пользу ты от этого получаешь. Может быть... мужчина — это воплощение твоей мужской энергии делать действий, да? Вот, он пытается достучаться до тебя. То есть ты, получается, пытаешься достучаться до себя какими-то действиями и игнорируешь сама себя. Вот, то есть ты себя где-то не слышишь. То, что давно хочешь, допустим, сделать или поменять какие-то привычки, ну, что-то в жизни поменять однозначно ты хочешь, но не слышишь себя, не слышишь, думаешь, может быть, это не нужно, может быть, это не важно, может быть, еще какая-то причина. То есть мужчина пытается просто показать. Причем, если этот мужчина из прошлого тебя достает, да,
а не какой-то другой. Вот. То значит, какие-то прошлые действия, которые ты делала там во благо, с пользой себе, ты перестала делать. И надо вспомнить, что же я такого классного делала для себя раньше, чего перестала делать сейчас. Вот, это еще такой момент. Что он еще может тебе показывать? Все. Пока не приходят мысли. В общем, первое — это то, что ты что-то не делаешь, то, что давно хотела бы сделать. Причем такие действия ты уже раньше совершала, и мозг запомнил, что это был классный какой-то опыт. Вот. Плюс, когда люди из прошлого вдруг появляются в нашей жизни, неважно, друзья детства, с детского сада, из университета или бывшие, они хотят нам напомнить о тех чувствах, которые мы испытывали с ними когда-то раньше. Вот. То есть ты забыла быть вот такой вот классной, счастливой. Вспомни, как ты с ним познакомилась, какой ты была. Тебе было клёво, как минимум. Ты была счастливой, ты была радостной, тебя прям возбуждали все действия, которые вокруг тебя там происходили. Ну, как бабочка была, порхала, да. Потом что-то пошло не так. Как обычно, мы начинаем копать изъяны в людях, которые рядом с нами, и все. И уходим на кривую дорожку. То есть он пытается достучаться, то, что вспомни о своих чувствах. Вот, и сейчас ты просто о них забыла. Как только ты это проработаешь себе, находишь выгоды, вспоминаешь, какой ты была, начинаешь опять быть счастливой, максимально радостной, классной, все ни по чем, океан по колено, он перестанет тебя доставать, потому что ты сама себя перестанешь доставать, ты уже дашь себе все, что тебе нужно. То есть он это транслировать перестанет. То есть либо ваши взаимоотношения поменяются, вы станете какими-то там нереально классными друзьями, вот, и ты перестанешь на него как-то реагировать, либо он вообще скроется из твоей жизни. То есть вот так. Ой, сколько вы написали, любимки мои, я так рада. Очень-очень-очень рада, что вам интересно меня слушать, божечки. Так, всем привет, да. Ах, сейчас я почитаю. Деньги. Почему помимо долгов и кредитов еще и в бизнесе попала на мошенников, на занятые деньги? Благодарю. Ну, кредиты, долги, понятно, мы задолжали себе очень много всего, то, что откладываем на завтра. Каждое наше желание, которое мы в силах исполнить, но отговорили себя от этого, это избыточный потенциал энергии, который мы сгенерировали своим собственным желанием, но мы ее не проявили своими действиями. И во внешнем мире этот минус проявляется как долг, как проблемы. Мошенники пришли показать то, что ты сама с собой мошенничаешь, сама себя обманываешь, отговариваешь. Ой, простите, ребят, одну секунду, у меня телефон звонит. Так, очень важный был звонок, может быть, это доставка. Одну секундочку. У меня два телефона. Не знаю, кто это, что это. То есть ты где-то себя обманываешь. Не веришь своей интуиции, своим чувствам, не прислушиваешься к себе. Хотя до мошенников обычно очень-очень-очень много, прям очень много сигналов приходит, что слушай себя, но ты же знаешь, что что-то не то, может быть, не надо. То есть у тебя были такие чувства различные, которые ты игнорировала. Вот. Если уже заняли деньги, прощайте. Прощайте всем свои долги, потому что вот эта вот связь с долгом и с каким-то человеком, неважно, обманули, похитили деньги, либо ты сама дала там своему другу, родителям, там, подруге или знакомым. У вас просто труба слива энергии жесткая. Надо перекрыть этот канал и простить всем, кому вы дали деньги, и все, пускай забирают, деньги ушли. У них нет ресурса, энергии вам их отдать.
Вот, естественно, у вас нет ресурса, энергии получить, потому что вы все время в ожиданиях как-то вернуть деньги, энергию сливаете еще больше и бездействуете в тех делах, которые вы параллельно должны там решать, потому что ваши мысли только о долгах. Прощаем и начинаем заниматься какими-то делами, работой, творчеством, наслаждаясь процессом, благодаря себя за каждое свои действия, что вы не можете сделать что-то не так. Вы всегда что-то так делаете, просто если результат вам не нравится, не надо себя в этом винить. Вы получили опыт и одну очередную ступеньку для своего какого-то роста. Вот, поэтому всегда благодарите себя за любые действия. Даже если вы попались на мошенников, поблагодарите себя за этот опыт. И начните генерировать энергию в творчестве, в действиях, в делах. Вам вернутся все ваши деньги. Энергия никуда от вас не уходит, она просто блокируется. Вы ничего на самом деле в этой жизни не можете потерять, не приобрести. Все всегда при вас, просто либо это используется, либо нет. Либо энергия генерируется в переменах, либо нет. То есть либо вы застреваете в том, что вы все время стоите на месте, отговаривая себя от каких-то действий, от дел, там, от нового, от перемен, своими страхами, там, абсурдными какими-то правилами, которые вы сами себе придумали или вам навязали их там родители, допустим, социум. Вы себя останавливаете, энергия просто в застое стоит, и она проецируется как минус, как долги, как отнимание, как потерю. Вот. Но это во внешнем мире эта энергия как минус вам показывает в зеркале. На самом деле эта энергия при вас, потому что ее, если бы не было, то в реальности не было бы минуса. Минус — это ваш потенциал тех долгов, той энергии, которую вы задолжали действовать себе сами во благо чему-то, кому-то. Вообще все наши действия должны приносить пользу как себе, так и окружающим. И если это приносит пользу и приносит вам удовлетворение, то во всех этих делах вы всегда генерируете энергию. Даже когда моете посуду, вы можете генерировать энергию, можете сливать энергию, а можете вообще ни то, ни другое. Но при этом сама по себе энергия, она не существует. Вы ее не можете там ни потерять, ни сгенерировать. Вы, когда я говорю сгенерировать новую энергию, это имеется в виду взять тот потенциал энергии, который уже есть у вас, и просто ее материализовать. Я вот про этот момент в виде каких-то действий, которые нам приносят радость и удовольствие. Так, я тоже на массаж хожу. Телефон сел, да, ёшкин корень, вот только вышло. Так. Добрый вечер. Почему на работе начальство решило меня проверять? Ольга, значит, переводим на внешний физический мир, что он транслирует нас. Причина в нас, мы так хотим, для чего-то нам это выгодно. Всегда задаем один и тот же вопрос. Для чего мне выгодно? Для чего я хочу? В чем причина? Что я здесь получаю, какие чувства, для чего мне это надо. То есть в любом случае во всем есть причина. Просто так ничего не бывает. Наш мир просто нам показывает нас самих себя через внешний физический мир. Мы себя так изучаем. Для чего я хочу себя проверять? Вопрос. Какие чувства я при этом испытываю? Начальство. Давайте ассоциировать. Начальство. Я начальник — это кто? Чего? Для меня начальство — это мозг, если на себя перекладываем. Почему мой мозг хочет меня проверять? Ну, для чего? И что я пытаюсь проверить? Например, на ошибки. То есть здесь мир транслирует, что вы начинаете контролировать свои действия и боитесь ошибиться. И начальство тут же вам это показывает. То есть переложите на себя, на свою жизнь. Что в данный момент, машинка так стучит, наверное, сейчас убежит из ванны, прыгает. Так, в данный момент, значит, вы теряете энергию на том, что включили контроль над своими действиями и боитесь совершать ошибки в своей жизни. Это может быть любая сфера, там, семейная, денежная, рабочая, там, в отношениях.
где угодно, в творчестве, в хобби, в отдыхе. То есть вы чего-то сейчас боитесь и не делаете. Вот. Начальство просто показывает, обрати на себя внимание. Весь мир, он нейтральный, начальство нейтральное, им по барабану на проверке, ну, им пришлось это сделать, потому что вы, как творец, их заставили это сделать, чтобы просто вам показать кино. Не бойтесь внешнего мира, он безопасный. Бойтесь себя не изучать просто через этот мир. Так, давайте следующий вопрос. Все верно говоришь, спасибо, во благо. Так, еще чувствую раздражение по отношению к женщине. Она всегда критикует меня и контролирует, куда смотреть. Для чего я хочу слышать критику и контроль в свой адрес? Первое, мне это выгодно, потому что она показывает меня. Это моя женская энергия, мои желания и мои принятия. То есть я пытаюсь сама себя критиковать и не замечая об этом. Она пришла мне это показать. Плюс я себя контролирую. Она пришла мне это показать. Но контроль и бесконтрольность — это неплохо, не хорошо. Надо просто научиться контроль использовать с пользой. Бесконтрольность с пользой. И это одно целое. Надо контролировать себя, свои привычки, чтобы каждое ваше действие созидала энергию, созидала этот мир, вас вело в жизнь, да, радовало. А мы себя контролируем и останавливаем. То есть контроль нужно поменять, нужно бесконтрольно смотреть на этот мир, пускай поток меня несет, все будет интересно, все по-новому, я не буду контролировать свой план, я буду гибко вот так вот все идти, но я буду контролировать себя, чтобы жить бесконтрольно. Я буду контролировать, чтобы не уходить в пагубные привычки, которые меня убивают. Но контролировать свои шаги, правильно я сделала или нет, совершила я ошибку или нет, это неправильно, потому что вы здесь сливаете свою энергию. То есть поблагодарите эту женщину вот прям с искренней благодарностью, что она пришла как учитель в вашу жизнь показать вам, что вы неправильно включаете контроль, да, и там, где этот контроль нужен, вы его не используете, а там, где нужна бесконтрольность, вы наоборот контролируете. То есть пересмотрите, да, что вы в жизни делаете. Точно так же критика. Критика и что там противоположное, как у две стороны медали, критика... похвала. Вы хвалите себя не там, где надо, и критикуете не там, где нужно. Критику надо оборачивать на пользу, так же, как и похвалу, потому что похвала может как и придать силы, энергии, кайфа, так можно сказать, ой, какая я молодец, только отдыхаю, бездействовать, и ну, в итоге ничего не творить, не созидать, энергии нету, и ты просто выжатый лимон. Похвалой можно... ну, вас гордиться. То есть это крайняя такая степень. Также и с критикой. Критика с пользой. Можно покритиковать себя возле зеркала, сказать, какая я страшная, вот волосы не такие, там все плохо. И пойти с этим плохим настроением, на этой чистоте нести, излучать эту негативную энергию на все вокруг. Это не есть good, да? Ни для нас, ни для окружающих. Но когда мы себя покритиковали, ой, какие-то у меня волосы там не очень блестят, может быть, уход какой-то себе сделать, может быть, пойти отдохнуть там в салоне красоты, поболтать еще, может быть, пересмотреть свое питание. То есть критика — это точка роста для изменения привычек, чтобы мы могли эти привычки использовать себе во благо, то есть изменение каких-то негативных привычек, которые нас убивают. Вот, то есть критику мы можем использовать просто для роста, а не как мы это обычно делаем. Покритиковали и в унынии потом весь день ходим и транслируем, ну, вот эту вот энергию негатива. Это, ну, не есть тоже good. Поэтому надо смотреть, да, где, как, что вы используете. Нет ничего хорошего, нет ничего плохого. Плохой и хороший определяется только вашими действиями по степени использования. Вот как молоток, да, он не хороший, не плохой, но можно им усилить силу и забить гвоздь, что-то построить, как пресс использовать и куча там применений найти. А можно голову разбить,
правильно. Но, опять же, он плохим не будет от этого. Будет плохими действия только наши, которые мы приняли там, когда мы приняли решение так сделать. Так, листаю, какие еще вопросы. То есть, если я сейчас последние пару месяцев ругаю... То есть, если я сейчас последние пару месяцев ругаюсь со своим партнером, значит, тоже нужно спросить, для чего мне это нужно. Ну да, вам выгодно отстоять свою точку зрения, вам выгодно его принизить, ты такой сякой, переложить на него ответственность, что все проблемы от него, а не потому, что вы так хотели. То есть, вы в позиции жертвы, и его пытаетесь сделать жертвой. Вы ругаетесь, что вас что-то не устраивает, вот, но... То, что в мире происходит, вы творите это сами. Не перекладывайте на других людей ответственность, с собой работайте и дайте каждому человеку проявляться так, как ему нужно. Не принимайте обещания. Сделаешь — окей, не сделаешь — тоже окей. Принеси мне там хлеб, он масло принес. Мы начинаем с ним ругаться. Ну какого фига мне хлеб нужен, ты мне масло принес. Пускай делает то, что он хочет. Ну окей, масло так масло, ладно. Значит, мне почему-то не нужно есть этот хлеб. Старайтесь принимать этот мир таким, какой он есть, не пытаясь его переделать. Переделывайте себя, но не для того, чтобы улучшать, а для того, чтобы изучать себя нового и ну, быть счастливым. Генерировать энергию, приносить пользу, чтобы мы жили с вами долго, счастливо, были здоровыми, красивыми, и все у нас было хорошо. То есть, вы меня поняли. Так, как твоя техника в доме? Я осознала все... Аж в горле запершило. Я осознала все свои проблемы, почему, когда я переехала, у меня сломалась вся техника. Вот, не хочу я об этом сегодня затрагивать эту тему. У меня было реально внутреннее... Ладно, затрону. Не могу, чтобы все не рассказать. Я болтушка. У меня была поломка и перестройка в моих мозгах. Вот просто поменялись взгляды на жизнь, ну, во всем, наверное. Поменялись приоритеты, поменялись... мысли, то есть это у меня прям, ну вот прям перестройка была. Мне нужно было, я себя ломала, чтобы заново починить, можно так сказать, вот, и пересмотреть все свои взгляды на жизнь, все, что я несу, как я это несу, да, что я делаю. И очень много для себя осознала моментов. После этого все классно. Вот, ну вот все. Вот прям все. Я за последние 5 лет впервые влюбилась. Боже мой, у меня починилось дома все. У меня открыты сейчас куча возможностей. Мне пришли новые потрясающие идеи, которые я хочу воплотить, но на это нужно, не знаю, целую сеть программистов, айтишников, миллионы денег. Я даже не знаю, как это воплотить, но я очень хочу. Просто у меня столько вот, не знаю, перетрансформация в этой жизни. Не хочу заниматься мелкой работой с людьми. Думаю, эфиров моих предостаточно уже. Хочу уйти вообще с этого всего. Вот. Ну, это буду делать чуть-чуть и постепенно, чтобы не резко. А то скажут, куда делась, потерялась. Так, долги от покупателей. Никак не разберусь, почему. Давайте прощаем всех покупателей, чтобы больше этого слива энергии не было. В долг никому никогда ничего не даем. Если отдали, то подарили. Запомните, это самое главное правило, да, чтобы не терять энергию. Ну и давайте долги к себе. У меня есть замечательный курс. «Хватит жить долгами», где мы там 10 дней, 10 заданий, но можно хоть месяц его проходить, хоть 2 месяца проходить, 10 заданий, вы выполняете, трансформируете шаблоны, находите все причины, почему у вас долги, для чего вы создали себе долги, какие выгоды в этих долгах,
себе. Например, мне выгодно ничего не делать, потому что за меня сделают, да, ну выгодно. Вот, поэтому, естественно, работы у меня в такой позиции не будет. Либо мне выгодно там самой все починить, шаблон, к примеру, да, чем дожидаться и тысячу раз напоминать, чтобы кто-то это сделал. И выгод много, потому что мы себя чувствуем, я крутая, я сама, я все сама, я крутая, не позволяем другим. Очень много шаблонов, там тысячи просто их. И их надо все рассоздать, все осознать, все понять. Это долгий процесс, это долгая работа. Вот. Но после этого долгов в вашей жизни не будет никогда. Но работать придется очень много. Есть бесплатный сериал «Деньги», 10 серий, там все про деньги, ну и в том числе про долги. Тоже можете послушать и поработать, потому что там идут практически задания и разборы. Можете заказать магическую таблетку, 60 листов на тему долгов. Долги к себе, там просто 300, наверное, шаблонов, трансформированные, заменены на новые устойчивые установки, которые должны поменять вам не только мышление, но и ваши привычные привычки и привычные действия. Вы начнете жить по-другому. Вот здесь я за вас все сделала, осталось только читать на телефон, потом слушать каждый день, чтобы глубину осознать, как надо жить по-другому, как надо думать по-другому. Тут уже не надо даже ничего разбирать, а просто взять, если вы мне верите, за основу, как нужно мыслить. И тогда, ну, проблем у вас не будет. Вот. Задолжали себе долги, да, опять же тема. Действия по своим желаниям, наслаждаться процессом от всего, что вы делаете. Мы привыкли ждать конечного результата, лишь бы быстрее, и жизнь всю упускаем. То есть мы от гонки до гонки, от одного достижения до другого живем. А вот этот промежуток, пока мы идем к цели, мы не проживаем. У нас мысли все, как достичь ту точку Б, достичь цель. Жизнь просто мимо нас проходит, мы теряем жизнь, а это самое ценное. Вот отсюда долги, потому что мы не замечаем вокруг себя ничего, либо боимся что-то сделать, потому что у нас миллиард страхов. Причем истинные страхи у человека, их только два. Это страх высоты, встроенный у нас, и страх громкого звука, хлопка, неожиданного. Вот, тело сразу так сжимается. Все остальные страхи — это надуманные, приобретенные негативным опытом, который на самом деле не может быть ни негативным, ни позитивным. Это просто опыт, но мы не извлекаем из него опыт, не извлекаем из него информацию, поэтому он остается для нас черной дырой, и мы этого боимся. А этот опыт будет нас преследовать бесконечно, пока мы его не осознаем. Вот, страхи — то же самое, это то, куда нам надо идти, это тот опыт, который мы должны осознать, осветить это темное в светлое, то есть узнать, проявить, как негатив, да, взять пленку негатив, там изображение темное, если его осветлить, мы увидим фотографию проявленную, то есть страх — это вот наш негативный опыт, который мы не понимаем. Мы его не осветили, то есть не осознали, не поняли, не увидели. И когда вы разбираетесь со своими страхами, вы легко можете идти вперед. То есть это страхи, которые вас сдерживают, это ваши привычки, которые навязаны вами. Вы сами себе их навязали через родителей, социум, либо опыт, с которым вы не разобрались. И сдерживайте себя от действий. Деньги — это энергия, это перемены. И если мы не идем в перемену, мы себя сдержим, потому что мы боимся, нам страшно, что будет завтра, а вдруг я там помру без денег, а вдруг у меня не будет работы, а вдруг это, а вдруг то. Наши мысли только на
фокусируется на вдруг. Вдруг что-то будет не так. О чем мы думаем, куда фокус внимания, то мы и творим. Если бы мы так не думали, такого бы не было. Но когда мы об этом думаем, мы фокусируемся, мы это получаем, убеждаемся в этом, что это да, так, правда наша подтверждается, и наш шаблон мышления становится максимально устойчивым. И этот шаблон мышления, даже мы уже когда не будем об этом думать, будет творить эту реальность и создавать нам долги, и создавать нам страхи, и создавать проблемы. Поэтому нам надо выявлять вопросами, разговорами с самим собой, с коучем, с психологом, либо там с подругой, разговаривать, для чего этого хочу, в чем причина, где здесь информация, где здесь опыт, что я здесь должна понять. В чем выгода? За что я держусь? Не миф ли это, за который я держусь? Либо все-таки там есть выгода. Ну, например, у меня нет работы. Почему? Ну, первое, я лентяй. Ваше желание исполнено. Вы не работаете, вы отдыхаете. Вы всю жизнь хотели отдыхать, вот вы и отдыхаете. Вот поэтому нет у вас работы. Либо вы в себе не уверены, и вы считаете себя недостойным в этом мире существовать как крутой человек, потому что вы недостаточно хороши, умны, опытны, там еще что-то, вы себя принижаете, естественно, у вас работы нет. Кому вы такой недостойный нужен? То есть, если вы себя не цените, то что вы можете дать? То есть, если вы не видите в себе ценности, вот, то вы не можете дать. А работа — это способ обмена вашей ценности на деньги, допустим, либо еще на что-то. Понимаете? Выгода, нет работы. Ну, я чувствую себя неценным, потому что я себя так считаю. Мое желание исполнено. Раз я так считаю, ну, а пожалуйста, вот все, что ты думаешь о себе, таким ты и будешь, это все подтвердится. То есть надо поднимать ценность, надо понимать, что каждый человек ценит сам по себе. Вот просто за то, что вы есть, это уже достаточная причина для того, чтобы существовать в этом мире и быть нужным всем. Чтобы у меня был этот телефон, там, я не знаю, вот эта вот салфетка, вот эта штучка, стол, интернет. Сколько людей потрудились, просто все люди на планете прошлого, будущего, настоящего, во всех параллельных реальностях. Мы в квантовом мире с вами живем. У нас все существует одновременно. Каждый потрудился какую-то лепту, там, мыслями, действиями, вдохновением кого-то, либо кто-то кого-то рожал, кто потом пошел и там телефон вот этот сделал, да. Но чтобы сделать этот телефон, нужно изобрести там стекло, пластик, какие-то вот металлы, там таблицу Менделеева изобрести. Можно столько всего осознать, сколько людей потрудились, и каждый был ценен, понимаете? Если какая-то одна цепочка, какое-то звено какого-то человека выпадет отсюда, у вас не будет телефона. Вот, например, не родит женщина, потому что вот она женщина, человека, который бы вот это изобрел, понимаете? И не будет этого, будет что-то другое. Но вот именно такого не будет. Поэтому каждый ценен сам по себе за то, что он просто есть. И любые ваши действия, они уже приносят всему миру в этой вот паутине пользу. Приносит исполнение желаний каждому. То есть каждый человек, живя, просто живя, да, он исполняет все мои желания. Все приходит не через Бога, все приходит через руки людей. То есть через действия. Мы с вами, творцы, мы генерируем эту энергию. Но управлять мы ей, конечно, не умеем, потому что наш мозг захвачен давным-давно. Шаблоны мышления, паразиты, ну и плюс те, кто желает нами управлять, да, мы как стадо какое-то. Но мы нужны тем, кто нам управляет, потому что мы генераторы энергии, мы ее можем преобразовывать в материю. Вот. Другой вопрос, как мы эту энергию преобразовываем в материю, вот, это уже другой вопрос, потому что все, что мы преобразовываем, да, это не наше желание. Вот все, что мы вокруг видим, в основном это внедренные программы. Да, и мы через эти программы уже генерируем эту реальность. Вот. Если избавляться от этих программ, совершенствовать себя, совершенствовать свой мозг,
работать с шаблонами мышления, то мы можем и для себя творить свои желания. Вот, пока мы творим чужие. Там, хотеть добиваться целей, денег, еще чего-то, да, это все не наше желание. Наше желание на самом деле быть счастливым, радоваться, наслаждаться этим миром, просто проживая каждый миг этой жизни от того, что я есть. Как классно, что вокруг меня есть все, вот что я сейчас вижу. Мы всем коллективом, всеми людьми на этой планете сотворили столько всего коллективным нашим сознанием, и каждый внес в лепту, каждый ценен. Вот. Поэтому долги к себе вернусь от обесценивания себя в первую очередь. Когда мы себя обесцениваем, то, естественно, и действия наши уже направлены себя останавливать. Когда мы себя останавливаем, перемен нету. Нет перемен, нет денег. Деньги — это перемены. Возьмите книжку «Деньги», кстати, мы почитайте. Все, кто читает книжку, всем приходят деньги. Всем. Вот в этот же день, даже когда они ее еще не начали читать. Либо когда прочитали. Там 18 страничек, читать 15 минут. Ну, кому-то 30. В этот же день получите либо деньги, либо этот кусок энергии, который я вам с этой книжкой посылаю, ну, то есть с тем набором букв, которые вы прочитаете, с той вибрацией, которую вы прочитаете, вам что-то придет в любом случае. Очень много отзывов, просто вот, я не знаю, больше тысячи, больше двух, больше трех, наверное, тысяч, но у меня есть канал, где уже 30 тысяч отзывов. Ребят, я считаю, вот, все собираю, мне нравится все перечитывать, я вдохновляюсь, какая я ценная. Вот, вы тоже должны вдохновляться с всеми своими действиями и реально считать, что вы целый, потому что благодаря вам в этом мире все есть. Если звено из часов убрать там какое-нибудь, да, часы встанут, так же этот мир встанет без каждого человека. Но тот, кто уже устарел и готов замениться, да, он уходит из этой жизни, но пока вы живы, вы целый механизм, и нет кого-то выше или ниже. Да, в мире мы можем проявиться по-разному. Один там миллиардер, другой там бедный. Но ценность жизни, она одинаковая. Вот. Собак, кошек тоже. Поэтому мы не вправе убивать животных. Ни коров, ни коз, ни эксплуатировать курочек. Существуют ли люди-вампиры, которые забирают энергию, удачу? Интересно твое мнение. Да. Но я не могу считать, сказать, что это прям вампиры, забирающие энергию. Я бы сказала так. Мы всегда резонируем на одной частоте и обмениваемся энергией. То есть давайте так, даже не обмениваемся, синхронизируемся. Кто бы в ваше поле бы не попал, вы начинаете с ним синхронизироваться. И если вы полны энергии, счастливы, кайфуете, это с одной стороны, все круто, а рядом с вами токсичный, он от вас зарядится естественным образом. А вы от него черпанете, как вот взять горячий стакан с водой, холодный, их смешать, что будет? Горячий похолодеет, холодный потеплеет. Поэтому всегда говорят, выбирайте окружение, выбирайте поле, в котором вы хотите вырастить себя. Если вам надо там поумнеть, денежек, какую-то среду должны найти тех людей успешных, которые будут вас окружать. Вы автоматически вырастаете до их уровня. Вот. Но как только вы чувствуете, что вы уже подрастаете, вам нужно уходить в более сильное поле. Вы все время будете расти автоматически в поле, если будете менять окружение и уходить. Как только почувствовали, что в этом поле я самый крутой, вам нужно уходить с этого поля, потому что вы дальше вниз. То есть вы шли вверх, а потом будете идти вниз. Уходите в поле более успешных людей в какой-то среде, в которой вам нужно прокачаться. Автоматически вы начинаете расти. Вот наполовину выросли, все, идите дальше, дальше. Вы должны всегда в своем окружении быть самым тупым, самым бедным, самым, ну, там еще каким-нибудь, вот, для того, чтобы быстро вырасти.
не застаиваться в окружении, где вы крут. Иначе, ну, это будет такая стагнация. Дальше. Это так поле влияет наше. Другой момент. Для чего мне притянулся токсичный человек? Я его притянула своим собственным желанием. Я для чего-то этого хотела. И в этом есть выгода и причина. Посмотреть на этого человека как в зеркало и подумать, где я точно так же поступаю в минус себе, а не в плюс. То есть мы берем все, что он транслирует, например, ноет, и подумать, где мне нужно перестать ныть. Взять и вот прям проанализировать все ваши сферы жизни и где вот вы последнее время там крутитесь, вертитесь, да? Ною ли я там? И подумать с другой стороны, а где мне нужно поныть? Где? Потому что нету ничего плохого, есть просто неправильное использование. Суть нытья, что это такое? Человек, когда ноет, жалуется, он пессимист такой в это время, все плохо, все не очень, он просто пытается трезво оценить ситуацию. Суть нытья, да? Человек проговаривает то, что он чувствует, и то, что он видит. Значит, вам нужно тоже понять, что вы чувствуете и что вы видите не через розовые очки, а так, как есть, принять реальность, что да, у меня отваливается нога, или там да, у меня не так что-то с родителями, там, или да, у меня с работой не лады. То есть вы в этот момент не ноете, а вам просто нужно трезво оценить ситуацию, что вы действительно что-то чувствуете, от чего вам больно. Большинство людей любят ходить к позитивным психологам, смотреть позитивные видео и просто живут в розовых очках, задавливая в себе боль, пытаются быть позитивными, да и пофигу, а в душе не пофигу, и с этим надо разобраться. То есть позитив — это тоже не очень хорошо, когда мы прикрываемся, а все будет хорошо. Да, будет хорошо, безусловно. Но почему сейчас я так чувствую себя? Лучше разобраться. И вот поэтому приходят люди, энергетические вампиры, которые пытаются вам показать то, что так, тебе нужно с небес на землю опуститься, как я, и проговорить. Действительно, что тебя волнует, и вытащить из там, сердца, что там, о чем болит. И тоже поунывать денечек, да, чтобы выплеснуть глубоко вот эти вот засиженные в себе эмоции, засаженные, там, спрятанные. Так, никак не могу начать голодание. Знаю, мне это необходимо. Очень хочу, но каждый день сливаюсь. Смотивируйте меня, пожалуйста. Переходи к нам на канал сыроедов. Во-первых, не надо тебе переходить на голодание. Это постепенный, правильный, нормальный процесс, когда ты просто убираешь жареное масло. Не ешь эти канцерогены. Когда ты начинаешь внедрять в обычный рацион еды больше зелени, больше фруктов, овощей. Когда ты перестаешь овощи варить, потому что из нитратов в овощах они превращаются в нитритов, в сплошной яд. То есть овощи варить нельзя. Варите что угодно, но не овощи. Постепенно, просто каждый день внедряй больше зелени, больше фруктов. Отвары, перестань там пить кофе, пить чай, делай травки себе. Тебе надо сначала очистку сделать. Люди, которые с утра решили сесть на голодание, полные говна, 25-35 килограмм в кишечнике, 35 годам накопленных, да, они начинают всасываться, все токсины, ты отравишь свой организм, пока ты не почистишься, понимаешь? Но чиститься тоже сразу с голодовки и начинать себя чистить, там, клизмы, какие-то там соки, отвары пить, это тоже неправильно. Вы сначала должны постепенно самую там муть чуть-чуть убирать, да, добавляя то, что начнет самоочищение в организме. Фрукты, овощи, смузи, да, они параллельно с обычной пищей начнут чистку.
Потом потихоньку уменьшаем рационы еды. То есть месяц-два себе дай, вот так вот переходить. Не надо вот эти голодовки. А потом пишут люди, которые называют меня сумасшедшей, надо есть все, мы мясоеды, там все это, от ваших голоданий люди умирают, куча проблем. Да, куча проблем, и да, умирают, это действительно так, потому что неправильно это делают. Если бы хоть чуть-чуть кто-нибудь бы начал разбираться в этой информации, понимали бы просто не сам факт голодовки плохой, а подход к этому голоданию, да, неправильно к ней подошли, неправильно начали делать это все. Вот, если все делать правильно, заходи, короче, к нам в курс в Телеграм, ссылка в шапке профиля, там прям первая или вторая кнопочка есть. Канал Сыроедов. Нас уже почти 1000. Вот. 1000 человек набрала за неделю, и вот сейчас мы пока на плаву, как бы держимся. Так, никак не могу начать... А так, я устала от самой себя, мне постоянно хочется... ярких эмоций, чувств. Если я себе это не даю, я ухожу в агрессию, в еду, наверное, да, там. Вот. Ага. А для чего тебе яркие чувства? Евгения, здесь я могу тебе только посоветовать. Берем список в интернете. Просто сам банальный такой мини-тренинг. Берем список в интернете всех видов хобби, занятий. И начинаем пробовать, просто пробовать каждый день. Сегодня я хочу попробовать каллиграфию, завтра черчение, послезавтра я одна страница у меня книги, запланирую себе 365 действий на каждый день. И будет тебе там столько ярких впечатлений, тебе некогда есть будет даже. Вот. То есть ты просто реально не знаешь, чем заниматься. Ну, хочется, да, этой энергии получать, потому что энергию мы получаем, когда мы что-то совершенно новое изучаем, когда мы что-то новое читаем, когда мы что-то новое делаем, вот. А что новое сделать, я типа не знаю. Вот интернет в помощь. Я думаю, тебе это поможет. Мне это помогло. Я реально так и сделала, когда была в жуткой депрессии целый год, в 2012 году. Мне очень помогло. Телефон, к сожалению, садится. Наверное, я не смогу дальше. Ребята, я выхожу, а то не сохранится эфир, ладно? Все, всем пока, всех обожаю. Так, у меня 5 хобби и 3 работы. Ну, значит, меняем. Значит, если тебя это не увлекает, не удовлетворяет, меняем. Хобби тебе выкинула, начинаем новые. Так. У меня нет хобби, как начать, чем заняться, у меня нет хобби. Найди. Во-первых, давайте первое хобби, которое самое главное, наши инстинкты самосохранения, выживания, поддержания здоровья. Давайте найдем хобби в новой готовке. Вам на год изучать правильное питание там, с новыми рецептами и так далее. Начните с полезных вещей. Начните полезные вещи для тела. Для мозга, для внешнего вида, внутреннего, да, и для душевного здоровья и физического. С этого и начинайте. Все, ребят, я очень рада была, но телефон, к сожалению, садится, больше с вами не могу посидеть. Все, целую, ухожу.